во-первых, безусловно, полезный форум с каких точек зрения. Мы еще раз донесли до рынка, до игроков рынка энергетики, особенно распределенной энергетики, у себя. Да, для нас это, безусловно, полезно. Второе, у нас появился еще шанс в одном месте, в очень сжатое время, пообщаться с нашими потенциальными клиентами, с компаниями, ассоциациями, которые на этом рынке играют, и которые, безусловно, нам могут быть полезны, но, откровенно говоря, в решении наших уже задач по развитию бизнеса. Вот. Плюс со многими компаниями у нас уже был опыт общения, есть опыт общения. Мы с ними, достаточно оперативно и эффективно вернулись к вопросам и проектам, которые некоторое время назад были заморожены. И уже на сейчас, за несколько часов работы конференции, с некоторыми из компаний договорились возобновить диалог, и уже договорились о встречах. То есть несколько проектов мы сегодня, по которым уже сегодня есть договоренность о возобновлении сотрудничества. Безусловно, это для нас как блестящий результат.